Асбестовцы просят помочь гражданам из юго-восточных областей Украины. На данный момент в Свердловской области находятся около 1000 граждан Украины, треть из них – дети. Все прибывшие поселены в пунктах временного размещения в областных муниципалитетах. Всего на территории области планируется организовать места для 5000 беженцев. В эти дни асбест принимает лиц, вынужденно покинувших Украину. И сейчас наша задача – помочь этим людям начать новую жизнь, хотя бы на первое время обеспечить их теплыми вещами, накормить и оказать психологическую поддержку. Администрация Асбестовского городского округа обращается ко всем жителям с просьбой оказать приезжающим гражданам Украины посильную помощь. Переселенцам нужны теплые вещи и предметы первой необходимости. На сегодняшний день принимаются средства личной гигиены, зубные пасты, щетки, шампуни и так далее. Постельное белье, одеяло и подушки. Теплая одежда, обувь мужская, женская и детская. Средства по уходу за детьми, подгузники, коляски, кроватки. Канцелярские товары и предметы досуга, продукты питания длительного хранения. Принимаются новые вещи и вещи, бывшие в употреблении, в хорошем состоянии и чистом виде. Центры приема гуманитарной помощи в асбесте для граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. Центр «Семья», улица Ленина, 20/3, телефон 2-73-12. Реабилитационный центр «Радуга», улица Чапаева, 24, телефон 6-18-55. Комплексный центр социального обслуживания, улица Победы, 4, телефон 7-66-47.